Весь мир в почтовом ящике. Открытками ручной работы в Минске отметили день рождения посткроссинга, дословно почтового обмена. Необычному увлечению 7 лет. В этот день белорусские любители решили научиться делать карточки своими руками. Затем ими обмениваются. В этом заключается суть посткроссинга. Если человек отправил открытку, то взамен обязательно получит другую. Эту открытку мне прислали из Финляндии. Эту я получила из Китая. И здесь можно на обратной стороне увидеть китайские иероглифы. Это пришло мне из России. Девушка сама ее нарисовала. Незнакомый человек присылает тебе открытку, в которой желает здоровья, рассказывает о своем городе, о хобби. Очень интересно. Люди за счет посткроссинга, они узнают о разных странах и начинают путешествовать. В этом году число открыток перевалило за 10 миллионов. В обмене участвуют энтузиасты более чем из 200 стран. И Беларусь среди лидеров. Чтобы присоединиться к акции, нужно зарегистрироваться на официальном сайте, а затем отправить 5 карточек в любой уголок Земли.